Хороший сигнальчик. Посмотрим, что интересного здесь. Куда-то сюда выскочило что-то. Может быть, вот это вот мелочевка. Нет. Вот это находка. Вот это находочка. Приветствую вас, дорогие друзья. Приехали мы сегодня в очень интересное место. Вот здесь берег реки. Там, если видите, распашка вдалеке. На нем стояла старая школа, довоенная. Школа еще указана на одноверстовках, на трехверстовках, то есть царских давних времен. И вот мы хотим пройти по этому полю и попытать свое счастье, поискать всякие потеряшки. Если что-то найдем, обязательно вам покажем. Но место очень красивое и интересное. Хороший сигнальчик, друзья, и выпадает монетка. А монетка у нас полкопейки. Год не вижу, 1912 вроде бы. Николай II. Приятная мелкая монетка. И вроде бы даже в неплохом сохранчике. Много битого кирпича, фундамент. Вышли на место старой школы. Но зацепиться за сигнал очень-очень тяжело. Очень много перемеса, очень много мусора. Поэтому немножко походим, посмотрим. Если находки будут, конечно, будем выхаживать. Но очень всего много. Много металла. Еще один хороший сигнал, и выпадает такая вот интересная подвеска. Что это, от чего, пока непонятно. Если кто-то знает, то обязательно напишите. Вещь интересная, но вся загнутая. И буквально метрах в двух от полкопейки. У Олега сигнал и выдергивает пятачок. Пятачок 1929 года. Посмотрите, в каком сохранчике. Я только помыл и положил в альбом. Красота. Выскочили еще монетки. Одна копейка 31 года и какой-то непонятный кругляш. Даже не видно, что это было. Видно, горелая монетка. Ну, радует, находки радуют. Вот это место неплохое, ребята. Будем искать, ходить, выхаживать. Очередной сигнал, и выпадает пятачок 28 года. Уже темнеет, камера плохо фокусируется, но сохран, ребята, зачетный. Радуют такие монетки. Ищем, пока не стемнело. На симплекс выпадает замечательная монета в отличном сохране. Одна копейка 1832 год. Смотрите, ребята, как она красиво смотрится.
идет дождик, поэтому немножко мокрая земелька. Но это реально красота. Даже не хочется тереть, чтобы не снять патину. Это зачет. Симплекс порадовал. С глубины, кстати. Чуть больше, чем штык лопаты. Находочка на симплекс. И выпадает такая интересная пуговка. Якорь и топор. Да, такая интересная находочка. И причем пуговка, как видите, целенькая, с ушком. Дома помоем, отмоем и посмотрим, как она будет смотреться. Ну, хорошенькая, хороший сохран. Интересная целая пуговица. Вот, ребята, итог наш где-то примерно за 2,5 часа. Темно, ничего не видно, но думаю, что-нибудь рассмотрите. 0,5 копейки денежка. 1/2 копейки серебром. Ранние советики. Неопознанная монета. Находки Олега. 3 копейки 1908. 2 копейки 1908. Пятачок, троечка и копеечка. Мы итогом довольны. Тем более это была разведка. Приехали сегодня второй день. И вот сигнальчик. Опять какая-то шляпа. Потом пойдем, надо будет зацепить хороший сигнальчик. Смотрите, какой хороший сигнал. Что-то медное похоже. Даже с первого раза не зацепил. Похоже, какая-то железка. О, что-то крупное. Крышка от бака, где был залит бензин. Хороший сигнал. Что он нам принесет, друзья? Что интересно? Чем интересен коп, то что до последнего момента не знаешь, что он вам принесет. А это похоже какая-то пробочка от бутылки. На пенициллиновую не похоже, но из той оперы. Очередной хороший сигнал. 71. Посмотрим. Куда-то сюда отлетело. Что это может быть у нас? А это какой-то оплавыш. Оплавыш, да. Я уже думал, монетка. Ну ничего. Хороший сигнальчик.
Посмотрим, что интересного здесь. Куда-то сюда выскочило что-то. Может быть, вот это вот мелочевка. Нет. Вот это находка. Вот это находочка. Пятачок, что ли, масонский? 5 копеек. Ух, какой орел. Какой орел, ребята. Это супер находка. Вот это отличная вещь. Сейчас перейду на телефон и покажу получше. Вот это, ребята, супер. Давно я уже не поднимал масонских пятачков. Переключился на телефон, чтобы показать вам, ребята, эту красоту. Посмотрите, какой сохран замечательный. 1833 год. ФХ. Перышки видно. Корона хорошо прорисована. Герб в щите. Да, находка, конечно, зачетная. Тем более на полях такой сохран. Это уже большая-большая редкость. Второй день мы сегодня приехали добивать бывшую школу сельскую. Школа была до войны. И находки радуют, очень радуют. И сохраном, и именно сами монеты очень радуют. Ищем дальше, пока не стемнело.